Ну а теперь к другим темам. Пляжный сезон в Нижнем Новгороде откроется 1 июня. В четверг готовность пляжей на Мещерском и Лунском озере проверила специальная комиссия. В этом году в городе отдохнуть можно будет на 19 пляжах. Время их работы с 10 утра и до 7 вечера. Сейчас в зонах отдыха убирают мусор, водолазы исследуют дно, а сотрудники МЧС проверяют наличие спасательного и медицинского оборудования. Также еженедельно делается анализ воды на наличие вирусов. По пляжам, которые мы уже объехали, практически замечаний нет. Есть мелкие замечания, это по отсутствию той или иной информации на досках объявлений. Это небольшой мусор, которые жители все-таки оставляют после себя, не убирают в мусорке.